Я знаю, друзья, вы не чувствуете запаха. А я вот стою тут и вдыхаю. Это сирень. Светик, как сирень в Америке у нас называют? Лилок. То есть, как, типа, лиловенькая. Да, это из группы жасминовых вот таких вот. Да ты что? Да, и пахнет настоящей сиренью. И по группам я не специалист, а по запаху точно сирень. Вы видите, друзья, этот клин, не журавлиный клин, серферный клин. Это ребята пришли учиться, они здесь учатся под руководством педагога. Вот он там что-то объясняет. Много народу. На солнышке красиво поблескивает водичка. Правда, как в искорках таких? Невероятно. Просто вот я говорю, каждый день вроде уже ходим здесь. Да. Каждый день что-то такое, что заставляет. А ветерок какой? Сейчас, друзья, легкий. Тепленький, легкий ветерочек. Ну, то есть он не совсем уже тепленький. Не, но... он прохладный, как раз вот ну, не чуть-чуть. Жарко вот гулять, то, что да? Надо, прохладный. Вот не такой прохладный, чтобы закутаться во что-то. Хотя сейчас уже вот полдень, да, у нас время поменялось на час вперед. Да. По старому времени 11, а вот у нас полдень. Сейчас летнее время. И по нему полдень, но сейчас прекрасно, не жарко, очень отличная здорово. Погода. Да. Так. А в море высокая ходит волна. Сейчас серфингиста поглотит она. Нет, поглотит. Да. Молодец, молодец. Да. Видишь как? Не все серфингисту масленица. Да, вон богато. Богато, друзья, богато. Да. Ну да. По-разному идут. Ну-ка. Вскочил. Молодец ты. Ну, как бы не делал таких, как он только что видел. Да, да. Пируэтов. Хороший день сегодня. Очень хороший. Вот, друзья, типичный калифорнийский бизнес. Человек делает дощечки, пишет на них всякую ерунду. И вот так можно сказать, что продает. Собачка хорошая. Вот, можно сказать, продает с борта. Возле маячка, друзья, вы видите такие шатры, а рядом несколько грузовичков. Вот. Они тогда же специфические, так промаркированы. Это, можно сказать, грузовички от фирмы партийных принадлежностей, то есть для партии. Соответственно, они привозят столы, привозят эти шатры, сейчас их разбирают. Мусора там, господи, намусорили. С утра, наверное, что-то там происходило, не знаю что. Но вот если захотите мероприятие какое, пожалуйста, заказывайте, прям тут вот на бережку сядете. Будете на серферов смотреть и подтягивать красненькое. Друзья, какой у нас замечательный пасхальный барбос. Посмотрите, какой красавец. Вот, друзья, из воздушных шариков такой мост держится на собственном газу. Вот, ничего его не поддерживает. Красиво. Да, потянул знакомый запах марихуанки. Люди отдыхают. Субботний день. Да. Вот у нас рисует человек. Знаете как? Хорошо. Смотрит на океан. И рисует. Спасибо. Вот оно, то, что он рисует. А тут у него лежит на травке. А почему он держит сохнет. На травке? Я думаю, что сохнет. Он их продает все? Может, продает, может, сохнет. Вот, друзья, может показаться, что это искусственным таким синтетическим покрытием зелененьким. А нет, все совершенно натуральное. Можно прийти вот в гольф играть. Смотрите,
зеленая площадочка, забирайтесь, сверлите себе лунку. Так, позеленело. Я не знаю, что оно зеленеет, друзья. Наверное, от влаги. Ой, тут какие-то воробушки, что ли? Какие-то птички вот тут прямо. Да. Наверное, было много волн и так много воды, что заросло водорослями. Потому что обычно такого нет, конечно. Да, друзья, океаном вас не удивишь. Ну вот тут у нас есть русскоговорящие аборигены. Имеются, да, дикари. Да. Ну почему уж так дикари? Значит, как вообще загорается? Загорается, можно сказать, замечательно, как всегда в марте. Да, то есть можно жить. Ездим с кондиционером и загораем. Очень хорошо. А в промежутках читаем очень интересную книжку. До 500-й страницы дошли. Друзья, все вы можете поговорим. Почитать нашу книжку. Ссылка под видео в описании.